Все мобилизованные идиоты. Так считает и открыто заявляет Ирина Хакамада. Я, конечно, очень сильно извиняюсь, но какого черта она до сих пор находится в России? Более того, она продолжает тут зарабатывать деньги. У нее концерт 8 марта в Воронеже. Чтобы вы не говорили, что я сейчас голословен, и чтобы меня тапками не закидали фанаты Хакамады, ссылочка на пруф у меня в Телеграме. Сам факт оскорбления тех, кто сейчас мобилизован, и тех, кто находится сейчас на фронте, у меня просто поражает. Очень многие люди там находятся по своим убеждениям, по своей вере. Они исполняют свой долг. Но инфо-цыганка Хакамада считает все это иначе. Если ваше мнение и убеждения расходятся с ее мировоззрением, то вы идиоты. Друзья из Воронежа, хочу обратиться лично к вам. Если вдруг справедливость не восторжествует и концерт Хакамады не запретят, будьте так добры, посетите ее концерт и передайте ей большой теплый привет от пацанов с фронта.